Доброе утро, друзья! Давайте приготовим сегодня свежий, интересный, вкусный салатик. Итак, для этого нам понадобится отварное куриное филе, листья у меня пекинской капусты, я уже нарезала свежий огурчик, одно яйцо, ну, смотря на какое количество вы будете делать. У меня вот будет две порции, вот такие маленькие салатнички. Кукуруза, сухариками будем украшать со вкусом крабов и крабовые палочки. Они у меня замороженные, мне нужны они будут. Я их на мелкой терочке натру, добавлю майонез. Это будет у нас заправка для салата. Вот так, теперь поехали собирать салат. Итак, на дно салата выкладываем куриное филе. Затем выкладываем листья на пекинской капусты. Выложили. Теперь сделаем мы заправку. Майонез. Натираю я на мелкой терочке замороженную крабовую палочку. Перемешиваем. Вот так. И смазываем первый слой. Немножко мы присолим. И смажем первый слой. Возьму я лопаточку. Вот так. Аккуратненько вот так. Делаем все аккуратно, так как этот салат уже не будет перекладываться в другой салатничек. Поэтому делаем все красиво, аккуратно. Следующий слой у нас будет огурчики. Снова немножко присолим. Небольшой слой нанесем. Вот так, немножко. Затем у нас идет яйцо вареное. И выкладываем белок на салатнички. Смазываем еще раз майонезом. Вот так у меня получилось. И непосредственно перед самой подачей мы выкладываем сухарики со вкусом краба. Как кому нравится, любым узором. Кому понравился мой рецепт, подпишитесь на мой канал. Впереди у нас еще очень много вкусного и интересного. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. До встречи, друзья!